Так, какой бы мегаящик сегодня выбрать? Давай заберем и сломаем вот этот сразу. Воу! Кубик, ты что делаешь тут, я не понял? А я что-то сам не понял. Ты что мегаящик разрушил? Ты видел, сколько тут гемов? Ты еще его так да, разрушил? Ты с ума видел, сошел, что ли? Ребята, привет, это я, Владус Мармеладус. Всем привет, с вами Кубик. И в общем-то, Кубик что-то офигел и сломал мегаящик. Давайте так, если вы поставите лайк, то из этого мегаящика выпадет столько же гемов. А, давайте проверим. Но лайк нужно поставить за 3 секунды. Давайте, прямо сейчас, я считаю. Раз, два, три. Ну что там, Кубик, как думаешь? Да все, они уже все сделали. Ого, Кубик, сработало! Смотри, сколько здесь гемов. Их очень много, ребята. И на самом деле, вы поняли, что сегодня за рубрика. Мы сегодня будем искать обычные ящики. Большие и мега-ящики, которые мы уже сломали. Это кто здесь но такой стоит? Их еще понял под землей капец как много. Поэтому мы сейчас будем искать. Кубик, ты что не? А ну-ка, стоять. Я сейчас запущу в тебя кирку Карла. Это вообще-то я. Ты что, не видел, что ли? И я, между прочим... А я думал, это какой-то нубасик. И я, между прочим, держу кнопку подписаться, на которую нужно нажать. Смотрите, ребята, прямо под роликом. Вот так вот. Спускайтесь под ролик, нажимайте на кнопку подписаться, и тогда Кубик найдет сотку на улице. И вы, может быть, тоже. Но Кубик вряд ли, потому что он не подписывается всегда. Вот вы знаете. Я давно подписан, я хочу. Получил Кубик. Сегодня в ролике у нас, ребята, с вами снова челлендж. Найди всех бравлеров. Абсолютно всех, которые есть у нас. И найти их нужно внутри вот этого огромного цилиндра. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая рубрика или нет. Просто я это сужу по прошлому ролику. В прошлый раз вы это капец как круто оценили. Вам это понравилось. Поэтому сегодня будет все то же самое. И Кубик там уже ушел куда-то копать, поэтому я иду за ним. Ну что, ребята, давайте начинать копать уже потихонечку, пока Кубик выпал из мира. У нас есть, в принципе, время. Так скажем, фора. Ты че ко мне телепортируешься, я не понял. Че, Кубик, у тебя там как дела? Нашел хотя бы один ящик? Капец, в бедро. Кажется, еще только начинаю копаться, потому что меня убило, и ты, блин, меня... О, что? Кто тебя убил-то, блин? Кто ж такой плохой-то тебя убил, а, Кубик? Не знаю. Ну, вроде бы ты сам упал, когда я тебя столкнул. Я так ничего не делал. Че с дела? Почему нет никаких ящиков? И так много частиц. Вы посмотрите, ребята, вообще просто жесть. Я надеюсь, что с качеством видео у вас все нормально, и вам это, в принципе, не мешает. Просто бедрок, офигеть, он вот, знаете, одного цвета, и аж глаза разбегаются, когда ты его ломаешь. Просто жесть. Ух ты, елки. Кубик, я уже столько прокопал, и ни одного пока что ящика нет. Кстати, я сделал чуть меньше частичек. Я буду копаться ближе к верху сегодня. Ближе к верху? Блин, ну такая себе тактика, потому что я последней серии, когда копался наверху, я, между прочим, до твоих путей дошел. Какого фига? Ладно, я должен спуститься куда-нибудь ниже. Просто будешь внизу копаться, и все, надеюсь, что там ты ничего не найдешь. Внизу? Ну, внизу, кстати, хорошая тактика, но не сейчас. Точно! То я знаю, что хорошая тактика. Кстати, ребята, знаете, где мы копаемся? Знаете, где мы копаемся? Мы копаемся в цилиндре. И, между прочим, из бедрока. Не спрашивайте, как мы ломаем бедрок. О, просто первый ящик, правда, обычный. А у меня тоже первый ящик. И сейчас, правда, я его нашел чуть-чуть читерский. Окей, нужно чуть-чуть спуститься. Ладно, так, ладно, погоди, ладно. Мы, получается, в конце ПВП-шиться не будем? Ну, как-то не будем. Я сейчас за ПВП-ш. Ну, посмотрим. В этом ящике, Кубик, у меня была дрель и золотое яблоко. Зато чарованное. Зато чарованное. Ну, о, блин. Хорошо. Я нашел два обычных ящика за все это время. Как так долго это, так, подожди, Кубик, в обычном ящике у нас могут быть тоже бравлеры, так что ты смотри, там повнимательнее. Не было. Че, не было, да? Ну ладно. Короче, ребята, мы тогда вот так вот сейчас с вами обойдем. Капец, мне сейчас показалось, как будто там мегаящик. Вообще, как будто через стенки увидел. Вот. Это что сейчас было, интересно? Ладно, ладно. О, еще один, еще один, еще. То же самое. Да дрель бесполезна. Смотрите, ребята, дрель это круто. Но не с бедроком. Бедрок она очень тяжело ломает, поэтому бедрок проще ломать вот так. А вообще ломаешь, что ли? Да, она ломает дрель, бедрок. Обычное дело, как бы. У нас и кирка Карла ломает бедрок. В общем, ребята, в общем, пока что какая-то неудача. Пока что ни одна бравлера не найдено, но я намерен сегодня Кубика победить. Кстати, как победил его в прошлой серии, если вы прошлую не смотрели, нажимайте вот туда, там подсказка, и там я вам оставлю прошлую серию по этой рубрике. Там мы тоже собирали бравлеров, вот. Но подождите, или ты там, Кубик, победил? Я не помню. Я выиграл. Что я, Кубик. Поэтому, ребят, посмотрите ролик, ну, посмотрите, кто там выиграл. Так, еще ящик, Кубик, я тут по тактике копаюсь. Первый мегаящик, ехал! Да иди ты нафиг!
дрель. В смысле мегаящик? Леон. Да какой Леон? Первый бравлер есть у кубика. Почему у меня-то нет? Так, короче, ребята, я понял, что эти ящики есть со всех сторон, и бесполезно собирать его с другой стороны. Но я все равно туда схожу, мало ли там необычный ящик, а большой или мега. Я прокопаюсь лучше рядом, потому что рядом тоже могут они быть. Сейчас посмотрим, а? Нифига нет, кубик! Какого фига? Так, я рядом с этим мегаящиком прокопаюсь, надеюсь, что-нибудь найду. Но что-то похоже. О! Есть! Че, нашел еще мегаящик, что ли? Макс, офигеть! Да в смысле? Два бравлера против ноль! У меня ноль, ребята, ноль за всю серию! А у меня, а у меня два бравлера! Ладно, ладно, кубик, ты не переживай! Ой, нифига себе, там карта сломалась! Обогните, может, подглянуть можно было? Ну ладно, по крайней мере, там ничего не видел. Даже если можно было, я там ничего не увидел. Окей, уходим сюда. Сейчас же будет третий мегаящик, давай. Не-е-е, кубик, давай завязывай с твоей... О, я рядом с тобой, сейчас я приду и заберу у тебя все мегаящики. А, так здесь больше, походу, ничего и нету. Думаешь? Блин, ну ладно, тогда не заберу, получается, что уже. Окей, буду копаться в другую сторону, на всякий случай, от кубика, чтобы не собирать его ящики. Это будет нечестно, он там по своему пути идет, я по своему. Когда ты последний раз играл так честно? Ну-ка ты мне скажи. Я пошутил, я иду по твоему пути, кубик. А вот и вот тогда все нормально. Вот это моя игра уже. Моя игра. Она мне принадлежит. Дайте мега ящик мне вчера. Какого фига? Ни одного мега ящика. Даже ни одного большого, кубик. Зато 4 обычных. И весь инвентарь бедрока. У меня тоже 4 ящика, только 2 обычных и 2 мега. Нормально. Ну считай, мы на равных. По сути, у тебя 4 ящика, у меня 4 ящика. Я думаю, может быть, все-таки вниз сходить, а? Вниз ходи. Эй, это моя тактика. Я вниз пойду. О, прям. О, мега ящик разрубил. Так, что тут было? Что тут было? Эль Прима! Ух ты ж, блин! Кубик! А у меня-то Эль Прима был необычный, а с гаджетами. Гаджет на силу! Эль Прима я надену. Знаете, я в нем буду ходить. Вот так вот, вот так вот. Так, у тебя там тактика работала, что ты вокруг мега ящика копал. Спайк! Да какой спайк! О, обычный ящик и какая-то топовая прикольная оружка. Окей, окей, заберем это все себе, пускай это будет. Так, у меня тем временем уже 3 бравлера. Да капец, какие 3 бравлера! Это лучше, чем бедрок, знаете, ребят, поэтому будет у меня. Кубик, а чё, твоя тактика... Это так-то моя тактика, знаешь, но она работает. Какая? Вокруг ящика, если ты его нашел, еще выкопать территорию. Ну, там вот точно что-то есть. Подальше я буду еще найти. Но сейчас у меня что-то это вот на один ящик сработало, а дальше что-то все мимо. Не повезло, не фартануло. Не фартануло, Кубик, как так? Не знаю. Блин, да вообще никаких. Еще кирка как будто не так быстро ломает, как в прошлых видео. Вот, ребята, зацените ты прошлые видео. Ты что, вообще просто как бешеный. Ну не знаю, мне кажется, в прошлых видео она гораздо быстрее работала. Зацените, ну, ребята, обязательно прошлые видосы. Там вы убедитесь, что у нас там были такие топовые кирки. Я не знаю, я позвоню Карлу, понял, у которого мы взяли эти кирки. Спрошу, что за дела-то, Карл? Нет, вниз еще копаться так много, поэтому я думаю, что я лучше буду копаться наверху. Я уже 3 ящика нашел, поэтому это офигительная тактика. Блин, а может тоже наверх пойти, кубик? Да так-то это, давай, слушай. Давай. Это моя зона все эти. Почему твоя зона? Да сразу, я тоже хочу выигрывать, я тоже хочу мега ящики. Да, ладно, проиграешь. Видели, да, ребята? Баг, как будто сейчас здесь мега ящик какой-то был. А может, о, а может это и не баг был? Может я сейчас посмотрел под стену? А сколько там бравлеров у нас было в прошлой серии? О, дубинка какой-то нашел. Бравлеров у нас было около 10. Не, я не помню на самом деле. Их было очень много. Но пока у меня один, какого фига? Мне нужны все, кубик. Я думал, что это большой ящик, ну или хотя бы обычный, но это ничего. Так, кубик, я знаешь что, я вот не возвращался ни разу на свои пути. И, кстати говоря, это нужно будет сделать только чуть попозже, когда мы больше прокопаем. Вот тогда тактика галактика моя пойдет. У нас просто будет везде наши пути. Да, но и в наши пути это хорошо, ты же понимаешь почему. В прошлом видосе у меня тактика на 100% это работала. Я вернулся в свои тоннели и начал копать вот так вот по бокам. И начал находить просто нереальное количество ящиков. Вот. В общем, ой, о, я в самом низу, кубик, вообще в самом низу. Короче, ты что, вниз провалился опять? Я не провалился, в смысле опять, я вообще-то вниз ни разу не провалился, в отличие от некоторых. Вообще весь у нас провалился, а это ты провалился, кубик. У меня уже есть Владус, блин. Что есть? Пайк мне опять выпал. Да капец, а дай мне его, кубик, что за дело? Не-не-не. Дай мне спайка, кубик, быстро. Обменяться бравлерами, но пока что я тебе ничего не... О, вот обменяться это хорошая идея, вот ты в прошлый раз не стал, а зря.
надо было. Возможно, ты бы собрал гораздо больше. В общем, ребята, пошлите вот так вот тоннелями копать. Может быть, эта тактика сработает. Я, конечно, не уверен, но, знаете, раньше так копали алмазы. Ну и сейчас так можно копать. Вы выкапываете чанг 16 на 16, и там точно, точно попадутся алмазы. И вроде бы три блока высотой. Это вот такая тактика. И, возможно, с мегаящиками работает так же. Но это не точно. Вообще нифига не точно. Здесь у нас точно есть хотя бы один мегаящик на один чанг. Ну, это понятно, это понятно. А может быть, нет. А прикинь, если нет мегаящиков, есть вот большие, да, 1000 штук. Маленькие 2000 штук. А мегаящиков 0 штук. Пока ты там барагозишь, у меня еще выпал красный барлик. Да какой красный? Кубик, да ты что, с ума сошел? Это нечестно. Это тупо нечестно. Я не знаю, это просто нечестно. Почему у тебя так много бравлеров, а у меня только эльприма? Я не знаю, я сам в шоке вообще. В общем, мой тоннель готов. Посмотрите, ребята, насколько он большой. Вот в ту сторону, вот в ту. И надо сейчас, знаете, копать вот так. Просто копать мини-тоннельчики, так скажем. Туда-сюда, змейкой будем копать. Ну давай, ты пока копай. А у меня тем временем уже просто столько бравлеров есть. Ё-моё. Да, Кубик, это жесть. Сколько, сколько у тебя? Этот ролик я сегодня выиграю. Нет, 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 Кубик, еще не все. Еще, так скажем, не вечер. Я готов тебя выиграть в любом случае. Опа! Ура! Тебе сейчас смотрят, у них вечер. Эй, чё? Три мегаящика, Кубик! Что, в смысле? Так, ребята, я должен к ним подготовиться. Я целый видос собираю, ты за один раз три ящика сразу. Да, три ящика просто. Так, я должен подготовиться, правда. Моя тактика сработала наконец-то. Мои тоннели вот эти никогда в жизни не работали. Но красный барли. Блин, красный волшебник барли первый есть. И дальше Дэрил. Так, у Дэрила у нас скорость. Неплохо, неплохо. Гаджеты на скорость, Кубик. А, видал, да? Кстати, кстати. Понял, понял. Вот так вот. Барли я сложу. Эй, а где поножи, Барли? Эй, а где трусы, Барли? Все, все нашел, все нашел. Теперь я хочу надеть на себя Дэрила, Дэрил. Потому что он очень скоростной парень. Я хочу бегать со скоростью, а эльприма мы сложим в наш, так скажем, темный ящик. Здесь у нас что? Ничего. Ботинки, блин, я вообще Джесси, на самый верх на воздух выкопался уже, чёрт. Стоп, ребята, в смысле Джесси, это точно Джесси? Напишите в комментариях, Джесси ли это. Давайте-ка я надену шлем и проверим. Владус, у меня первая кирка сломалась. Интересно. В смысле, уже? Ты, кажется, выкопался больше меня. Ребята, я думаю, что это нифига не Джесси, но вы мне напишите об этом в комментарии. Значит, мы скинем оружку Барли и заберем вот эту оружку, потому что она топовая. Я, Кубик, тебе сказал, да, что мне еще рядом большой ящик выпал? Я с тобой ссору, попросился в конце. Еще и большой, ты дурак. Да, там выпало. Очень офигенная оружка. Окей. Блин, а вокруг, наверное, еще ящики есть. Давайте все-таки прокопаем. Вот мимо тоннелей. Тоннели мы с вами продолжим, наверное. Еще! Кубик, это какая-то золотая жила. Тут, правда, еще один красный барли. Еще один красный барли, но. А значит, ты мне. Опа, да. А я понял, чем мы с тобой меняемся. Я тебе спайк, а ты мне красный. А, стоп. У тебя же есть красный барли, Кубик. Ты чего? Так, продолжим все-таки наши тоннели с вами. Хотя нет, давайте еще вот здесь вот копнем. Немножечко, можно. Че? Не зря не продолжил, не зря не продолжил. Но я продолжу еще в любом случае. Но, ребята, еще! Еще просто жесть. Окей, да так, мега ящик. Эль Прима! О! Вот Эль Прима, мы с тобой можем поменяться. Ты мне спайка, а я тебе Эль Прима. Ну, если я его найду, то я с тобой меняться не буду, понял? А, я его тогда не собираю. Все, я его не собрал. Эй! Ладно. А зачем он мне нужен? Зачем мне два Эль Прима? У меня не хватит просто места. И его собираю. Давай, давай, можешь тэпнуться ко мне, в принципе. Давай, собирай, и ты мне отдашь спайка тогда сразу же. А, не-не-не. Спайка сначала на родину, подожди-ка. А, тут еще есть топовая оружка. Блин, гранатомет, подождите, я должен собрать гранатомет, чтобы Кубика убить, вырубить. Давай, я тебе спайка, короче, скину вот туда, наверное, чтобы он не мешался там. Давай, Эль Прима, ты знаешь, где собирается. Смотри, гаджеты тоже можешь, в принципе, от него подобрать. Да нет, в смысле, не нужны гаджеты, значит, топовая. Штука. Раз, так, а у меня есть два, на скорость гаджеты. Подождите. Я так, это на силу. Сейчас я выпью силу и Кубика вырублю. В смысле? Стоямба! Так, спайка я собираю, Кубик, спасибо за спайка. И плюс один бравлер просто за обмен. Не, я считаю, что это честно. Напишите в комментариях, ребята, как считаете вы, стоит ли делать обмены? Я считаю, что да, почему нет? Можно так собирать больше бравлера. Так, теперь, Кубик, знаешь что? Сори, 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 мэн, сори, мэн, сори, мэн, сори, мэн. Ты дурак. Чё? Ты дурачина. Почему? Стой, Кубик, чё? Я, короче, знаешь, что сделал? Это сейчас будет очень тяжело объяснить. Я, короче, случайно в эндер-сундук положил, точнее, в эндер-сумку эту, положил эндер-сумку, и оно, блин, пропало, потому что ты меня в это время убил! Пока-пока-пока, Кубик, пока. Ладно, смотри, короче, скажу тебе по секрету. Есть такая команда, чтобы очистить инвентарь. Не-н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 е-
Ты понимаешь, ты мне трех бравлеров профукал! Трех, как это трех бравлеров? Не, не может быть. Не четырех, даже там все мои бравлеры были, там был нюанс. Копик, я что, знал, что ли? Я ж тебя предупреждал, что буду стрелять из гранатомета. Ты зачем меня убивал, дурак? Чтобы у тебя бравлеров было меньше, Копик, чё? Это вообще нечестно, это вообще нечестно. В общем, ребята, я все-таки продолжил свои тоннели. Копик, ты уже восстановил себе бравлеров или нет? Все, короче, пошел нафиг, я пошел покопаться по другой тактике. Какой это тактики? Ты давай только уйди отсюда, потому что тут мои тоннели, тут моя тактика галактика, поэтому... Да, конечно, мне пофигу вообще на твои тоннели, понял, да? Я пошел искать грешки, в смысле пофигу, Копик, что за дела вообще? Я не понял. Давай, вали! Ты сейчас вообще барагузить не можешь. У меня всех бравлеров просто уничтожил, блин! Я не спецом. Ну, в смысле, спецом, но я не знал, что они уничтожатся. Ты вообще-то их можешь восстановить, Копик. У нас есть прекрасная команда восстановления мегаящиков, но я тебе ее, конечно же, не скажу. В общем. Что за команда? Какая команда? О чем ты? О чем ты, Копик? Я не понял. Короче, опа, на мегаящик, первый мегаящик. Первый мегаящик! В смысле? Стоп! В смысле, первый мегаящик? И что у тебя? Мортис, Мортис, Мортиса, я забрал. Да как Мортис? Так, ребята, мне тоже не хватает Мортиса, Спайк у меня. Подождите, где-то здесь Копик. Вон он, Копик, давайте-ка найдем его. Ты нафиг даже не выходи ко мне. Окей, окей, окей. Ну я уже подошел. Никого. В смысле мегаящик? Не понял? Не-не, не мегаящик, обычный. Не, ну там какая-то фиолетовая броня, а все-таки бравлерская выпала. Ты можешь ее тоже подобрать. Ой, я упал в свои тоннели. Ладно, ребята, может быть все-таки не по тактике тоннели копаться, она какая-то скучная. Че, упал? Че, вещи потерял, Копик, как в прошлый раз? О, в прошлый раз как провалился просто вниз. Было смешно? Не, ну тогда смешно было. У нас не стоял Keep Inventory в игре. И Копик провалился вниз. Очень было смешно, просто орм и шугор, блин. Мне было смешно, на самом деле, Копик. Опа, да, сразу же два ящика рядышком, причем один из них мега ящик. Да, Копик, ты че, с ума сошел, что ли? Так, хватит, успокойся. Еще мега ящик, неплохо, там у нас Мортис. Как раз только что сказали о Мортисе, и бац, вот тебе Мортис, здравствуйте. А вот Билета у тебя еще нету. У меня еще нету, Копик, но Бе я добуду, она мне выпадет. И это в этом я не сомневаюсь. Только нужно. А я бы на твоем месте сомневался. Ой. Фух, какую же тактику выбрать, Копик, а? Как думаешь? Мне может быть, все-таки тоннели. Тоннели очень крутая тактика. И все-таки мне в ней Стоп! Мегаящик, и тут кто-то уже копался. Кто-то пропустил мегаящик, кто-то я или ты, я не знаю. Так, посмотрим. Опа! Копик, ворон, добро пожаловать в нашу семью бравлеров. Сейчас я тебя заберу. Так, сейчас сразу же закину его в нашу коллекцию. Блин, на самом деле уже много бравлеров у меня, ребята, и ящик нужно, конечно, забрать. Опа, сразу же два больших ящика, хоть бы там... Неплохо, неплохо, Копик, но бравлеров в больших ящиках я не наблюдал. По крайней мере, за эту серию. Возможно, они где-нибудь есть, но где, я не знаю. Что за дело? Копик. Чё? Ты где-то рядом со мной копаешься, вот не надо в мою сторону, потому что я нашел два мегаящика. И я нашел ворона. И я нашел Мортиса. Копик, еще одних. В общем, смотри, я могу ворона собрать. Ради приличия, чтобы обменяться потом с тобой на что-нибудь. У меня потому что слоты свободные еще есть, поэтому ворона я забираю. Хорошо, забирай, забирай. Если тебе выпадет, например, вторая бе, ты мне можешь ее отдать, как тебе. Давай идешься, фигушки тебе смогу. Я тебе вообще что отдать не буду после такого, понял? Еще два мегаящика, Копик! Воу! Это просто нереально. Да снова ворон! Копик, я, возможно, собрал всех воронов на карте. И я нашел еще обычного барли. Поэтому, Копик, обмен у нас 100% с тобой будет. Ну, может, не будет, не знаю. Может, ты все-таки найдешь ворона. Барли мы, конечно же, забираем. И мегаящик тоже. У меня уже 12 мегаящиков в инвентаре. Это жесть. Это жесть. Я вот не помню, сколько было в прошлом выпуске. Ребят, вы опять же можете снова посмотреть прошлый выпуск. У нас там был точно такой же челлендж. Но, кажется, здесь у нас он затянулся. Блин, Копик, мы здесь очень долго копаемся. Ну, прям совсем. Как думаешь, прошлый видос длиннее был? Или вот этот будет? Я думаю, что я не знаю. Пусть зрители наберут. Да, Копик, как всегда, ничего не знает. Копик, как всегда, ничего не знает. Вообще, как отстанет мне сейчас? Да чё, Копик, ты уже восстановил там бравлеров давным-давно, чё ты все еще злишься? Я никого не восстанавливал, блин, я хожу вот с теми, так, кого где нахожу, я? О, я, кстати, высоко, давайте чуть пониже, я думаю, что тактика копаться ниже, я думаю, что она лучше, да! Сразу мегаящик, Леон! Yes! 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 Забираем, Копик. Ладно. Чё, Копик, злишься, да, злишься? Вот злись, злись, не, правильно делаешь. Ни капельки. Ни капельки, прям совсем нет. Большой ящик, Копик. Все еще не злишься, да?
О, 4 мега ящика нашел, кубик. Все еще нормально, все у тебя там. А че не 100? А че, а потому что не, ну, 100 вряд ли, наверное, здесь будет. Я 4 нашел. Да, вот. Так и 4 нету, ты обманщик, потому что понял. 4 да? было, так-то у меня же сегодня было 4 мега или так, там 3 4 мега. Было, ящика. Да, конечно, я не в одном месте, так что ты мне. Да, мы практически в одном, кубик, практически в одном были. Блин, так мне уже мерещатся эти ящики из-за кирки, потому что кирка постоянно вот так вот туда-сюда, туда-сюда. И кажется, что это все мелкие ящики я нахожу. Но на самом деле нет вообще ничего. В общем, ребята, я все-таки принялся за тактику копаться в своих же тоннелях. Ну, может, не в своих, я не знаю, но уже без разницы, где эти тоннели. Но, к сожалению, пока что ничего, ничего не получается найти. Стоп, мегаящик. Стоп, 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 стоп. Это что? Это Макс, кубик. Макс, Макс, Макс. Да наконец-то, блин, наконец-то! Она же у меня была уже, ладно? Наконец-то новый бравлер. Кстати, кстати, тут у нее меч клевый. Мне нужно собрать полностью, Макс. Гаджеты даже мне уже не нужны. О, а вот трусы и Макс нужны. Все собрал. Смешно, конечно, звучит, но нужно ходить снова копаться вот так вот по тоннелям смотреть. Мне остался мистер Пи и Бе, кажется. И все, кубик. А вот ты меня вначале выигрывал, но получай, кубик, получай. Я потихоньку тебя обгоняю. Я сейчас еще тебя выиграю. Не-не-не-не-не-не. Кого ты выиграешь, кубик? О чем ты? Блин, капец, тут столько тоннелей. Стоп. Кто пропустил мега ящик? Че, серьезно? Так, Бе, воу, это точно был не я. Я так не, тут два я, кубик. Что, в смысле? Прям вообще просто пропустил ты или два... все? Еще мега ты да просто, ты нафиг, ты просто а? Пропустил, кажется, мегаящики. Или стоп, или это мои тоннели. Нет, это не мои тоннели, кубик, это не мои тоннели. Это ты пропустил, я не мог пропустить. Все, кубик, это мои. Это 100%, я их собираю. Что выкинуть? Я буду выкидывать оружку, потому что она мне не нужна, так как нужны бравлер. Чё, вы видели, что я сейчас выкинул? Я выкинул пакет бравлеров, а это нельзя делать. А здесь у нас что? Леон. Ну ладно, Леон так Леон. Но все равно, плюс один ящик в копилку. Просто потому что кубик их пропустил. Просто как-то... потому что ты... Так может ты пропустил, ты откуда знаешь, что ты... Может быть, на самом деле, может быть, мне подписчики уже написали в комментариях. Владус, ты дундук, ты пропустил там мега ящики, большой ящик. А прикинь, потом в конце видоса они просто такие, а что, он их подобрал? Мы писали комментарии, что он их пропустил. Совпадение, не думаю. Так это они жесть. Просто, увидели, они просто поняли то, что комментарий увидел и все. Не, так это же, слушай, тактика-то все-таки рабочая, ходить по своим тоннелям. Поэтому вернусь-ка я, пожалуй, к ней. Блин, в итоге, ребята, я вернулся все-таки сюда, где я только что подобрал мегаящики. Тут, кстати, до сих пор еще ничего не исчезло. Ну и вещи-то мы и не очищали. Ладно, буду копаться тогда где-нибудь здесь. Может быть, по фортанет повезет. Так, давай, копайся, на я самом пока де... что еще кто-то пропустил мегаящик. О! В смысле? Джин, кубик джин, кубик джин, кубик джин. Я забыл, что у нас есть джин. Так, и чё там, кубик, и чё в обычном, бравлер, бравлер? Только монетки, кристаллики всякие, не-не, бравлер. Ну ладно, блин, всё-таки надо в тоннели возвращаться, ребята, тоннель. Ещё один мега ящик сейчас срубил. Это жесть, но там была Бе, и Бе у меня... Ещё мега ящик. Там снова джин. Я не знаю, кубик, как это работает, ещё один большой ящик. Я не знаю. Ты достал, у тебя сколько уже ящиков? У меня ящиков 19 штук. Мега ящиков. Мега ящиков у меня 19. Подождите, ребята, я спустился в свои тоннели. Так это что, все-таки я пропустил? Не, не может быть. Не-не-не-не-не, это по-любому кубик. Если я, то, ребята, обязательно пишите комментарии, что это я. Но я думаю, что это нифига не я. Ну прям совсем-совсем. Кубик, знаешь что? Я выкопался, кажется, к тебе, и я даже тебя слышу. А я тебя вижу, вот я тебя бегу убивать, иди сюда. А ну-ка ушел отсюда быстро, кубик, а ну-ка ушел. Я пошел у тебя, тут твои кристаллы. Ой. Кубик. Вот, смотри, я здесь мистер Пи находил, че? Я хотел убежать от тебя, а нашел мега ящик. Это мой нет, сплив, кубику сплив устраиваем. Я не знаю, я хочу подобрать кристаллы и звездные очки. На самом деле они мне не очень нужны, вот звездные очки клевые. Ну-ка, подковое копыто. Что? Кристаллы и розовая звезда. Почему она так странно называется? Я нашел пока что, блин, кубик, я выиграл, я нашел мистера Пи, это мой последний бравлер. Да. А у тебя Дэрил был? Конечно был, я в нем сейчас вообще, кубик, я вообще-то в нем. Ты о чем вообще? В общем, ребята, я пошел выбираться на самый верх и расставлять всех своих бравлеров. И последний мега ящик. Все. Кубик.
Это что, все? Это все твои ящики? Да ты посмотри на мой ряд, ты посмотри, сколько здесь мега ящиков. Да у тебя какие мега ящики, ты вообще, блин, опадал. Да, да, но по большим ящикам ты, мне кажется, даже выиграл, у тебя их чуть-чуть больше. И по обычным тоже. И вот это все бравлеры, которых нашел Кубик. Посмотрите-ка, как думаете, кого здесь не хватает? Вам нужно написать это в комментариях. Здесь их не хватает Дэрила и... Блин, ладно, не буду думать. Их очень много, ребята, посмотрите, все мои бравлеры. И это все бравлеры, которые есть у нас. Вот они, здравствуйте, значит, добро пожаловать. Но, Кубик, нет последнего. Кто последний-то, я понять не могу. Вроде все есть. Последний какой-то дурачок. Почему дурачок-то сразу? Потому что ты дурачок, и ты его надел на себя, дурачок. А ну-ка, Кубик, отставить. Я знаю, это вообще-то был троллинг. Конечно же, ребята, это Дэрил, который должен у нас по законному праву лежать на самой-самой последней стойке. Хоба-хоба-хоба-хоба. И вот они все, ребята. Это был топовый челлендж. Если вы хотите еще таких видосов, обязательно ставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. Это был Владус Мармеладус, Кубик. Пока, тус.